Пешеходный переход, расположенный напротив стадиона ЦСКА на улице Спортивной, давно считался одним из самых опасных в нашем городе. Бывали случаи, что здесь гибли люди. Причины смерти пешеходов различные, но во многом их безопасность зависит от качества перехода. Пешеходный настил должен соответствовать установленным правилам. Он не должен быть ниже установленного уровня, выше установленного уровня. Ну, чтобы человек не зацепился, опять же, обувью там, за рельсу или за выступающей части пешеходного настила. Соответственно, не мог травмироваться. Также должны быть указатели, расположены движения, накопительные площадки для того, чтобы люди могли ожидать времени перехода. Вот так должен выглядеть образцово-показательный пешеходный переход на железной дороге. Здесь есть все. Площадка, на которой граждане могут подождать, пока пройдет очередной поезд, а также светофор, который подает сигналы для пешеходов. Это теперь переход на Спортивный почти доделан. Вблизи перехода нет больших выбоин и ям. Дорожное покрытие рядом с ним оставляет желать лучшего, но в целом ходить по нему можно. А еще несколько лет назад этот переход являлся большой проблемой для граждан. Ну, раньше дорога тут была вообще никакая, так что гораздо лучше стало. Трагедии, которые стали нередким случаем в этом месте, привлекли внимание транспортной прокуратуры. По результатам прокурорской проверки были возбуждены административные дела, внесено представление в структурные подразделения ОРЖД и также предъявлен иск в суд. Результатом работы прокуратуры можно считать тот факт, что в данный момент ведется ремонт данного пешеходного перехода подрядной организации. И по результатам проведенных ремонтных работ прокуратуры будет дана оценка состояния безопасности на данном пешеходном переходе. Сегодня переход почти доведен до идеального состояния, и это уже оценили сами пешеходы. Все вот оборудованы, спокойно перешли. Еще не доделали, а так устраивает абсолютно здесь. Потому что делают точно так же, как и в предыдущем переходе. Я даже не знаю, вот первый раз его вижу. В принципе, ну вот эта вот конструкция мне что-то не очень понравилась. Я думаю, что все будут вот так обходить, как я сейчас это сделала. Единственное, чем остаются некоторые люди недовольны, это накопительной площадкой на переходе, с одной стороны которого она имеет зигзагообразную форму, и ее строительство полностью завершено. Для тех, кто торопится, не так удобно, зато безопасно. А с другой стороны перехода эта конструкция появится в скором времени. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».